Ahoj všichni, všem privět. Dneska se společně podíváme do malé české vesničky, a to hned třikrát. Dá si od něj vám představit trilógiu i z Českou děrěvní, kde pokázano, jak žijou ti lidi v děrěvně, s nímnožko takový nasměškaj i s interesnými personážemi. Podíváme se tam hned třikrát, protože se jedná o tři filmy. Tak začínáme. Kamera, klapka, akce. Все эти фильмы были сняты известным чешским режиссером, прежде всего сказок с Деньком Трошкой. А именуются «Слунце, сено и нечто». Всегда это «Слунце, сено, ягоды» – первый фильм, который был снят в 1983 году. «Слунце, сено и пар фацек» – в 1989 году. И в 1991 был снят третий фильм «Слунце, сено, эротика». В фильмах немножко чередуются персонажи, но некоторые появляются во всех трех фильмах. Значит, что всегда в главных ролях вы увидите Хелену Ружичкову, Станислава Тříску, Веронику Канскую, Броньку Черного, або, например, Луцька Копчеву. Ну ясно, что когда это трилогия, у каждого фильма есть свое действие, но, как я уже говорила, там чередуются некоторые персонажи. Речь всегда идет о двух семьях. Есть там тоже парочка влюбленных, сын из одной семьи, Венца, и дочь из другой семьи, Блажена. И есть там такие персонажи из этих двух семей, например, вот эта мать от Блажены, называется Шкопкова, и она вот это самый интересный персонаж, по-моему. И вот там показано, как они живут, что они решают вообще. И это, например, в первом фильме «Слунце, сено, ягоды» приезжает молодой инженер из Праги, Планечка. И вот видно, какая там мать хочет, чтобы ее дочь прям стала вот невестой этого молодого инженера, который из Праги, чтобы она пошла из деревни. Но ведь она влюблена в этого сына от другой семьи. Вот, аби, ну, просто такого обыкновенного мальчика из деревни. Вот там такие смешные ситуации. Потом во втором фильме решается свадьба этих влюбленных, и там завязка с какой-то изменой. На самом деле это все недоразумение. И в третьем фильме, который называется «Слунце, сено, эротика», вся эта деревня, эти люди, которые всю жизнь живут в деревне, уезжают за границу из-за работы. И это тоже интересно. Во всех фильмах, как я уже говорила, показана жизнь людей в деревне. Вот характер, их ценности, то, как они живут, то, как они думают. И все как-то показано немножко с насмешкой. Как-то все персонажи немножко переувеличены в каких-то классических типа ситуациях. И они просто показывают то, как мы думали о том, как выглядит такая типическая деревенская жизнь. Теперь уже посмотрим на некоторые фразы из этого фильма и именно на персонажей. Как я говорила, самый интересный персонаж – это Шкопкова. Это просто эта мать семьи, одной из семей. И вот в главной она вот эта Хелена Ружичкова, самая известная чешская актриса, прям комедическая, она просто играет эту роль абсолютно прекрасно. И вот эта женщина, это типическая женщина из деревни, это так называемая «Холка, крев а млико», не надо, наверное, переводить. Она е разна от раны, значит, она решительная. Можно тоже сказать, что она остра или востра разговорно. И никогда си не бере сервитки. Она просто говорит все, что она хочет. И у нее недалеко от пощечин. Кстати, «Слунце, сено и пар фацек» значит «Солнце, сено и несколько пощечин». Ну и когда есть у нас классическая женщина из деревни, то ее муж – типический мужчина из деревни. Он много не говорит, мод того не намлюви, дост часто спи, пие пиво, ходи до господи, а ніц не реші. Йому просто все равно, все время в ресторані, все время у нього пиво, як так, где-то в руке. І це
как-то типический чешский мужчина из деревни. Ну и главным образом в их отношении увидите, как вот это типические чешские люди в деревне. Вот, например, когда она смотрит романтический фильм, и он спит возле нее, и там она говорит: «Так не храпай фурт». И он: «Я премышлим». «Ну, ты премышлишь так, что то слышит целая весница». Типа что он говорит: «Я вот не сплю, вот я вот только думаю». И она ему отвечает: «Ну, ты думаешь так, что вся деревня тебя слышит, как ты думаешь». Не храпай ему фурт, слышишь? Так не храпай! Вот следующая смешная фраза. Прошу тебя, не млув на мне. Тахне с тебя пиво и смрдей ти ноги. Тоже как типично в деревне. Вот тахнут пиво у тебя перегар, типа что, скажем, тахне с тебя пиво, тахне с тебя алкоголь, есть тебя цитит алкоголь. No prostě člověk včera pil, nebo pil hodně předtím. No a smrdějí ti nohy, navěrna, mě náda pirevadit. Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrdějí ti nohy, jdi si ho umej, do kličku jeden. To je život. Tam tože vidno, što od Škopková důmajet, što ona, prosto što jího muž nemnožko kakto glupý. Ona jemu i gavarit, prosím tě, mlč, ty máš místo mozku z piva kostku. Значит, что у тебя нет мозга, у тебя есть кубик из пива, потому что он все время пил. Но в чешском языке говорится иногда: «Маш вместо мозгу з леду костку, из льда кубик». Или говорится: «Маш вместо мозгу с пива костку», когда человек много пьет. Или можно тоже сказать: «Маш вместо мозгу пилины», небо «Маш в голове еном пилины». А пилки? Это значит, что все это значит, что ты как-то без мозга, ты глупый. Ты меч, ты тому так разумеешь. Маш вместо мозгу с пива костку. В фильме тоже увидим, что эти люди из деревни, они жили из того, что у них было. Это же нормально. Например, когда у них были кролики, они все время ели кролики. И поэтому возникла эта сцена. Фурт кролика, каждый день мама кролика. Ale Pingo to už nežere. Vy, Pingo, že už taky nechceš králíka. Это значит, что просто все время у них есть кролик. И вот этот малый мальчик уже его не хочет, просто ненавидит. Пиндо, же уж так и не хочешь кролика. Вот даже собака не хочет того кролика. И мама ему отвечает: ну а что? Вот люди в Африке, они голодают, а вот ты здесь, у тебя есть мясо, ты должен быть счастливый. За такого пекного кролика, что бы дети там в Африке дали, jen se кокни в телевизии. Подо то указывают, какой они глад. Але вы не видите самого растажности, что бы вы до тебя дали. Люди из деревни в этих фильмах говорят на разговорном языке. Но есть там князь, священник, который говорит на литературном языке. Там вот видно это отличие этого человека из церкви, который просто некоторые вещи просто не хочет видеть. Просто он, для него иногда очень тяжело разговаривать с этими людьми. И там вот видна разница между каким-то литературным языком и разговорным. Но, как я уже говорила, здесь и литературный язык немножко переувеличен. И в отличие, и вот как-то, чтобы была видна эта разновидность, есть вот этот священник, и есть такая бабушка, которую зовут Келишева. У нас говорится просто Келишка, и возникло такое обозначение, что когда ваш друг скажет на чешском языке, что вы Келишева, либо Келишка, значит, вы вот не прям хороший человек. И почему? Ну, потому что вы сплетница. Да, эта бабушка знает просто все. Все, что в деревне она знает. И она всегда бежит к этому священнику и скажет все эти сплетни. И потом у нее вот такая фраза: «Ать на месте пропадну велебности, если кецам». Она все время кецат, это значит, что не говорить правду. Вот эти сплетни у нее всегда, она говорит вот
присяга, что она говорит правду, но все знают, конечно, что она не говорит. Она просто у нее только сплетни, она просто хочет сказать все, и иногда это, конечно же, неправда. Арсен, на месте пропан, если кетам велебности. Калишова. Ну и последняя фраза, которую я вам скажу. Не заставляем маме спождений. Это тоже такая насмешка из первого фильма, что мы просто у нас, мы опаздываем, поэтому мы проезжаем через эту станицу. Вот это, когда люди идут на поезде, это, конечно, в Чешской Республике никогда не бывает, но просто возникла потом такая насмешка, а это стало уже такой классической чешской фразой. Не заставляем маме спождений. Не заставляем маме спождений! И еще последнее, чтобы вы знали, что такое ЕЗД. ЮЗД. Jednotné zemědělské družstvo. A je to typa kolchoz, kde vot normálno bylo v prošlom věku, že vše lidi z dřevně pracovali v tom kolchoze, protože v dřevně nebývalo mnoho míst, kde pracovat. Поэтому вот им говорила, что они працují в ЕЗД, pracovat v ЕЗД. И разговорно говорим ЕЗДяці. Ну и наконец интересные факты. Первый из этих фактов это то, что собака Пиндя на самом деле была собака Хелены Ружичковой, и ее звали Фредди. Второй факт это то, что вот все эти фильмы возникли случайно, потому что Зденек трошка был в телевидении у Барандов, где снимались фильмы, и там они смотрели какую-то итальянскую комедию, и он сказал типа, ну, зачем нам вести вот эти итальянские комедии, вот ведь мы сами способны снять такие комедии. И вот тогдашний директор чешского телевидения сказал ему, ну тогда сними, когда ты думаешь, что это возможно. Ну и он снял. И вот эта трилогия стала прям чешской классикой. Во втором фильме, в самом конце, есть такая, ну есть свадьба. И там такая сцена, когда все друг другу дают пощечину. Это какая-то просто прям комедия. Вот такой конец. Ну и интересно, что этот конец снимали в 16 раз. И на самом деле это длилось 4 дня. Вот это на самом деле сцена, которая длится, не знаю, там 2 минуты. Но интересно, что они должны были снимать вот такую огромную сцену с пощечинами так долго. Ну и сейчас повторим все фразы, которые вы сегодня услышали в нашем видео. Первое – это когда скажем «Холка крев амлико» или «Холка разна, одраны, небо востра» или «Не береси сервитки» – просто решительный человек. В отличие от того, есть человек, который пьет пиво, не млуви, ниц не реши, а спи. И фразы, которые к этому относятся – это «Так не храпей». Já nechrápu, já přemýšlím. Ty přemýšlíš tak, že to slyší celá vesnice. Prosím tě, nemluv na mě. Táhne z tebe pivo a smrdějí ti nohy. Ty mlč, ty tomu tak rozumíš. Máš místo mozku z piva kostku. Ili, možno skazat, mít místo mozku z ledu kostku. Ili, mít místo mozku piliny. Nebo mít piliny v hlavě. Králíka. Každý den máme králíka. Ani Pindě to už nežere. Víš, Pindě, že už taky nechceš králíka. Prosím tě, co děláš? Co by za to děti v Africe dali? No i ještě kněz, jak svěšeník. I vot ta splětnice, je to kelišová ili keliška. Už je normálně přijata v rozhovorném jazyce, abaznačat člověka, který zná vše splětní. Ať se na místě propadnou velebnosti, jestli kecám. Kecat znamená lhát, nemluvit pravdu, vymýšlet si. I posledně, nezastavujem, máme zpoždění. I, čtoby vy nezabili, što takové JZD, jednotné zemědělské družstvo. No a to by bylo pro dnešek všechno. Nemůžu vám tady představit všechny tři filmy, vlastně chci, abyste se na ně podívali. Minimálně ten první vám určitě stojí za to. Tak se na něj podívejte, já navědno думаю, что вы будете понимать, о чем идет речь. И это смешно. Это должны вы смотреть как-то. Это нормальная насмешка и сатира над людьми из деревни.
по-моему, увидите то, что вы и сами знаете. Но немножко переувеличено, конечно. Так се мějte krásně, budeme se na vás těšit zase příště. Pište nám do komentářů, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jestli jste film viděli a třeba i tipy na nějaké filmy české, které byste s námi chtěli rozebrat. Mějte se krásně a ahoj!